Привет, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. И сейчас я вам покажу новинки из каталога Oriflame номер 11. Это маски для лица. Их будет всего 3 масочки. Я вам сейчас покажу дизайн, как они приходят. Вы их будете получать в таких красивых коробочках. Кстати, обратите внимание, что это может стать чудесным сувенирчиком или маленьким презентом, если вы хотите кого-то побаловать. А тот, кто работает с клиентской базой, имейте в виду, что это классный подарок. Только нужно научить клиента, как правильно пользоваться маской. Итак, достаем масочку из коробочки. И видим здесь такой вот маленький в виде желе. Да, обычно так продают варенье, сливки в такой же упаковке. Здесь есть специальное место, за которое мы можем потянуть и открыть маску. Открываем и наносим маску на все лицо и шею, избегая области вокруг глаз и губ. И первая маска, которую я достала, это маска очищающая с рисом и белым чаем. Вот такая вот маленькая классная масочка. Еще одна маска будет у нас с апельсином и инжиром. Такая красивая. Она у нас для сияния кожи. И третья маска восстанавливающая с мятой и малиной. То есть можно взять для себя все и чередовать, наносить то одну, то другую, и баловать свою кожу, потому что коже все время нужно и питание давать, и очищение делать. Но для меня это, конечно же, супер, просто вот, ну, приятные вещички. Я, можно сказать, я эстет, я люблю очень красивые вещи, я люблю красивую упаковку, красивый дизайн. И вот когда мне что-то нравится, вопрос цены практически никогда не стоит. Если мне нравится, я заказываю, потому что мне просто доставляет огромное удовольствие побаловать себя. А насколько я знаю, для нас, для женщин, самое главное, чтобы было хорошее настроение. И если настроение у нас хорошее, то все будет у всех хорошо. Так, ну что еще сказать про эту масочку? Не забывайте, что ее использовать нужно сразу. Не надо ее хранить в холодильнике и делить на несколько раз. Носите толстым слоем, чтобы был классный эффект, который заложили сюда ученые. Договорились? Обещаете? Отлично. Кстати, хотела еще рассказать вам, что в своем Instagram я сейчас практикую сторис, записываю, ну не каждый день, но практически каждый день я выкладываю информацию о каком-то продукте. Я делаю тестирование, пробую, рассказываю, показываю, как я использую и так далее. Поэтому подписывайтесь на мой Instagram и заглядывайте, чтобы лучше познакомиться с каждым продуктом по отдельности. Спасибо за внимание. Всего доброго вам, красоты, счастья, позитива и отличного настроения. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. GoPro Stop Video.